Капитан Тит, орки вырезали силы обороны планеты Кузницы. И они захватили планетарные системы обороны. Хитро придумали эти орки. Мы к ним не подберемся, они будут хозяйничать на Титанах. Готовьтесь к маневрам уклонения. Пилот, доклад. Правый двигатель заглох, сержант. Мы теряем высоту. Отведите отсюда корабль, мы сможем спуститься. Есть, капитан. Тандерхок, копье Юпитера, возвращается в стартовый отсек. И это ваш план? Нам нужно приземлиться и уничтожить эту батарею. Или вы уже соскучились по дому? Нет, мне еще надо потолковать с орками. Мудро ли, капитан? Кодекс Астартес не поддерживает это решение. Не отставать.
Капитан Тит, ответьте! Чёртовы орки сбили меня с курса. От Леандра ничего нет. Но я поймал переговоры отрядов Имперской гвардии внизу на земле. Мне казалось, там и в живых никого не осталось. Не то что в строю. Направляюсь в сторону передовой. Встретимся там. Рабочие, собирайтесь. Калеб, вон ты где. Братья Ширинг говорят, что на нас напали. Лилит, братья Ширинг кретины. Они видели в небе камни. Ксеносы? Здесь? Крайне маловероятно. Доступ разрешен. Император с тобой, космодесант. Сюда, парни! Сперва я убью его! Не так они. Капитан, уничтожить их! Thank you.
ты ранен. Кодекс Астерс не рекомендует использовать прыжковые ранцы в гуще вражеского огня. И не зря. Ты ведь давно уже не новичок. Почему ты так узколобо трактуешь кодекс? Я ищу в нем наставления. Как и мы. Но все же иногда бывает полезно думать самому. Обнаружен враг! Сидоний перехватил переговоры имперской гвардии. Они выжили поблизости от этой пушки? Я хочу знать, как. Не прекращать огня! Огонь! Убивайте людей, чем все! Господин, вы спасли нас. Встань, гвардеец. Вы спаслись, а мы считали вас погибшими. Если бы не лейтенант, господин, мы бы погибли. Где найти этого лейтенанта? На передовой. Следуйте по сети окопов к командному бункеру лейтенанта. Дальше, гвардеец. Мы встретимся с Сидонием, а потом найдем лейтенанта. Нужны разведданные по этой батарее. Проходите, господа. Вступайте на верхний уровень и дальше через площадь. Бункер дальше. Впечатляет. Несколько сотен против миллиона орков. И они не дрогнули. Долг прекращается только со смертью. Прочь! Мои ноги. Я не чувствую ног. Ведь перед смертью довелось живьем увидеть космодесантника. Бог император. Храни тех, кто сражается с твоим именем на устах. Капитан, я нахожусь у разрушенного монумента возле позиции гвардии. Нормы должны выполняться, не взирая на вторжение к тенкам. Невыполнение обязанностей оскорбляет повелителя машин. Сержант,
Я вижу, вы уже нашли, чем себя занять. Не беспокойтесь, капитан. Я оставил орков и для вас. Орки, несомненно, очень хорошо обороняют эту пушку. Но для них было бы более типично разобрать или уничтожить ее. И уж точно не использовать ее против нас. Тут прослеживается стратегия. Их лидер не дурак. Становится все интереснее. Кажется, во время нашего прыжка вниз я встретил орка. Я так понимаю, это и есть то ручей корабль, упавший сюда? Он выжил? Если Орда не обернулась против своих, она под его контролем. Генетическое сканирование завершено. Адептус Астартес. Сюда! Авторизация... Thank you.
назад! Их слишком много! И конца нет! Спасибо. Мы уж думали, нам конец. Где твой командор? Внутри, но дверь заблокирована. Вряд ли они нас пропустят. Имперская гвардия! Мы ультрамарины! Открывайте дверь! Космодесант! Второй разведотряд говорил, с юга сюда направляется еще одна орда зеленокожих. Проклятый Гречин два дня назад перерезал глотку Золу. Усильте их позиции. Держите оборону. И постарайтесь выжить. Есть, лейтенант. Хвала императору. Младший лейтенант мира, 203-й Кадианский полк. Капитан Тит, орден ультрамаринов. Вы командуете? В живых осталась только я, господин. Разве что командоры воскреснут. Пока солдаты вроде слушаются меня. Лейтенант, разведчики вернулись в передовой лагерь. Сколько? Двое. Черт, я посылала 10. Чёртова пушка! Нам не хватает людей для решительной атаки. Как вы, наверное, видели, она сбила все наши корабли подкрепления. Поэтому мы и здесь. Мы займемся пушкой. Тогда идемте со мной. Должна предостеречь вас. У нас тут небольшая проблема с орками. Доступ разрешен.
Что вам известно о титанах на этой планете? Только то, что часть наших послали охранять титан непобедимый на мануфактории Аджакис. Но это было 2 недели назад, и мы потеряли с ними контакт. Мы должны добраться до титана. Быстрее всего будет через железнодорожный мост, что за орудийным комплексом. Он ведет прямо к западным воротам мануфактория. Достаньте мне инструкцию. Планета Кузница. И ни единого техножреца поблизости. Удерживают линию окопов и стены с бойницами. А батарея? Орки захватили ее почти сразу, как мы прибыли сюда. 2 недели назад. Мы были единственными, кто смог приземлиться. Потом они захватили пушку. И уже ни один корабль не прорвался. Авторизация на оружие подтверждена.
Доступ разрешен. Вот здесь орки прорвались к батарее. А мы так и не смогли пробраться за стену. Нас осталось слишком мало. Вы долго держались, лейтенант, и я понимаю, что вам было нелегко. Но вы теперь не одни. Мы отобьем пушку, и прибудет подкрепление. Очень надеюсь, капитан. Убивайте людей! Сообщение, гвардеец Александр. Я буду краток. Орки сильно теснят нас. Их невероятно много. На месте одного убитого ублюдка сразу вырастает целая дюжина новых.
Мой друг Гаррет погиб. Они отрубили ему ногу, и он истек кровью. Я не смог ему помочь. Все офицеры мертвы. Командует теперь младший лейтенант. Получается, у нее неплохо. Стоп. Мы выдвигаемся. Продолжим. Как только мы проникнем за стену, мы проберемся через проделанный каменюкой пролом в оружейную крепость. На эти кабели. Они верно и снабжают энергией орочьи машины на поле боя. Капитан, здесь были сброшены капсулы снабжения штурмовиков. Забирайтесь выше, капитан! Здесь с орками мы разберемся сами.
десант. Стреляйте, люди! Наконец-то. Для прыжков у уранца нет пространства, капитан. Этот Каменюка доставил орков прямо в орудийную крепость. Кишит орками. На ее зачистку уйдет не один день. Эти гвардейцы так долго не продержатся. Мы найдем способ уничтожить пушку. Установка «Мститель» звучит многообещающе. Thank you.
множество труп. Нужен стрелок помощнее! Авторизация от старта спутника. Доступ разрешен. Арсенал. Наверняка он нам пригодится. Работает изоляция. Смотрите, капитан. Мельтозаряды. Если подорвать их в нужных местах, вся крепость обрушится. Мы можем установить заряд на одном из ее снарядов. Леандр, ты просто гордость Ордена. Выполняя свою норму. Снарядов у них в избытке. Не хватает укрытий! Ложись, ложись! Держитесь, капитан! Подгоните мне аптечку! Thank you.
нужно подать снаряд в зарядник. Дело сделано. Я установлю взрывчатку на снаряд. Теперь установи снаряд на место. Все сделано, капитан. Если нам повезет, орки зарядят им пушку, и она рванет. Здесь нельзя полагаться на удачу, Сидоний. Мы должны удостовериться, что снаряд окажется там, где надо. Есть. Теперь назад к лифту. Тащите стрелялы! Батареи. Вот, вспомогательный лифт. Программа.
собой, космодесантник. Огонь! Значит, сунем его обратно. Леандр, подай снаряд в заряжающий механизм. Я тебя прикрою. Только не они! Отойдите назад. Господи сам! Вражеский огонь! Это точно. Найдите выход. Тревога. Структуре нанесен значительный урон. Теперь гвардейцы получат подкрепление. Капитан Дит, вы человек слова, господин. Спасибо. Ну что у вас, лейтенант? Мы подбираем раненых и направляемся в жилой блок Андреса, чтобы организовать там аванпост. Теперь пушки нет, и наши корабли смогут там приземлиться. Хорошо. Мы с моими боевыми братьями должны захватить все рабочие титаны, пока их не разграбили орки. Удачи. Бежим!
этот мост — живое свидетельство могущества Империи. Адептус Механикус были великими архитекторами. Их творения пережили их все. Сказала, что эти рельсы ведут к комплексу, где находятся титаны. Эта штука — таран. Убивайте! Ранение плеча. Признаки заражения крови. Это отрубилы орка. Мы не сможем остановить заражение. Успокой его и давай к следующему. Вы видели такие раны раньше? К сожалению, да. Во время первого вторжения орков, которое, увы, стало не последним. И вот я снова здесь. Так, кто там следующий?
Теперь надо остановить таран. Время атаковать. Не более 6 минут. Да, пошли. Сидоний, время атаковать. Менее 4 минут. Надо разобраться с этим десантом. Волкеры не пробивают его броню. Впереди будет тяжелое оружие. Тогда вперед. Прикройте меня, пока я доберусь до него.